Решил выйти на рыбалку. Местные говорят, на резину, на силикон не клюет. Но простоял 10 минут и лишился хвостика. Вот так вот. Пробую на такого размера силикон. Видно будет или нет, но мелкая рыба силиконом интересуется. Собралась очень приличная стайка вокруг моей силиконовой рыбки. И они ее пытаются атаковать. Это зеленуха. Но мне бы хоть чего-нибудь поймать на искусственную приманку. Но рыбку собирает, рыбка атакует мелкая. Целое стадо собралось. Теперь посмотрю, как относятся местные рыбы на нашу вертушку. После первой же проводки на вертушку была практически сразу же атака. Пробую еще раз. Прошлую насадку рыбка преследует, но атаковать не решается. Пробую такую. Здесь стоит мелочь и на крупной приманке совершенно не реагирует. Пробую на такую массипучку. Ничего не поймал. Рыба ушла на дальний кордон. Пробую вечером. Это мой второй подход к рыбалке на Черном море. Первый подход был неудачный. Погода была плохая. Вечером была волна. Днем волна. В общем, холодно. Сегодня потеплело. Вода очень прозрачная. И я попытаюсь что-нибудь поймать. Сам процесс, конечно, ловли снять не удастся. Но, если что-то достану, покажу. Вот такая сегодня прозрачная вода. Вот ставридка идет. Вот она. Вечерком подходит более-менее нормальная рыбка. Вот она, вот она, вот она пошла, вот она. Вот она. Сейчас мы ее попробуем ловить. Ха-ха-ха-ха. Единственный, кто заинтересовался в данном случае воблером, это дракончик. Но так и не решился атаковать его. Но постоянно преследует его до берега. Видите? Дракончик подошел. Но никак не рискует атаковать. Эко невидаль. Дракоша все-таки атаковал. Но буквально, когда делаешь резкие проводки, когда воблер просто идет, он просто интересуется и не более того. А что, как он ядовитый? Осторожно, не трогайте руками. Полина заморская! Прыгай! Да не надо! Прыгай! Иди сюда! Ты так трущала? Это тот же, да, который бегал за ним? Там еще один пришел. Как снимать такую... Давайте непонятно. Полина. Лучше не... Не-не-не, я говорю, оттуда снимать. У меня инструмента-то нету. А, есть у меня инструмент. Сейчас снимем. Вы просто ловите, вы... Конечно. Зачем она мне нужна? Рыбы бы это понимали, да? Парни, руками не трогайте. Я понял, не знаю. А, она сильно ядовитая. Ну... Рука занемеет, как минимум. Ну, что-то мне как-то в больничку-то мне больно хочется. Ай-яй-яй, стой, стой, стой. Вот такая ядовитая рыбка. Интересно. Говорят, очень вкусная.
Все, отпускаем. Бросай его, блин. Все, поднялся ветер, появилась рябь, рыбалка закончилась. Это мой третий подход к рыбалке в Крыму, на спиннинг и воблер. Вот такой зверь. Итак, реби, уже 3-0. Смотрите, какого большого дракончика мне удалось добыть. А? Серьезный пацанчик. Всем, кто будет ловить эту рыбку, будьте осторожны и работайте инструментом, у него ядовитые шипы. Пока что это самая большая особь, которую мне удалось поймать. Счет 3-0. А? Какой красавец! Красивая рыбка. Ну и после фотографирования, конечно же, отпускаю. Вежливые люди летят. Вот он какой. Они подвешены хорошо идут. Да, я бы сказал, что не вечер определяет. Какая у него фиолетовая вот эта вот плавники, там же концентрация. Ну, в короне у него концентрация. А короне это основная. Ну чего? А у него, отсыпаем гражданина. Подожди, сейчас меня инструмент возьму. Сейчас мы его снимем. Вот такой гражданин попался. Да, вот это у него в короне основной яд. А вот в этих иголках, шипах, ух. Хорошенький. А-а-а. Красавец. Вот в этих вот. 5-0. Уходит на сковородку. Ну что, вот еще один дракончик, но только совсем небольшой. Бедненький перепутался. Вот такой дракошка. Маленький. За хвост придавливают и снимают с крючка. Хоп. Еще один дракоша будет спасен. Дай пасть-то открой. Открой. Ну, как хочешь. Значит, вот так пойдешь. Хоп!